Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду открывать вот такую посылочку, видите, небольшую. Посылочка мне пришла с Калуша от одной фирмы. Это я выиграла в конкурсе на Facebook какие-то батончики. Они какие-то натуральные, цельнозерновые, типа там низкокалорийные, ну не знаю, что-то, короче. Был такой конкурс, мне просто было интересно поучаствовать, потому что я такие разные батончики никогда не покупала. Вот мне захотелось попробовать вот такие батончики. И я приняла участие. И приняла участие я последний день. И так получилось, что я выиграла. Но что мне здесь не понравилось, я за эту посылочку должна была заплатила деньги за доставку. Знаете, я всегда говорю, когда получаю посылки, там доставка платная, неплатная, как и что с подарком. Я вам всегда рассказываю. Вот это, в принципе, уже давно такого не было, чтобы оплачивала. И вот здесь новая фирма написала, что я должна оплатить. Ну, пришел номер, я смотрю в программе в новой почте, оно пишет, что вы должны оплатить за доставку, видите, 46 гривен. Туда же вот даже есть написано в адрес доставки 46 гривен. Я напишу им, спрашиваю, а почему за доставку, кто оплачивает доставку, вы оплатили за доставку? Он говорит, не платили за доставку, типа, мы не оплачиваем, оплачивает победитель. Я говорю, это как, это ж конкурс, вы должны были оплатить. Нет, вы должны оплатить. Я говорю, ну вы хоть в следующий раз напишите, что оплачивает победитель. Тогда бы, наверное, не много людей участвовали в таких конкурсах. Я бы точно не участвовала, зачем мне? Я уже если участвую, да, мне хочется что-то выиграть, но я считаю, что это конкурс есть конкурс. Конкурс должен быть действительно. Вы выиграли подарок, вам подарок отправили. Пусть это будет конкурс в любой соцсети, Инстаграм, Фейсбук или где-нибудь. И должно быть все бесплатно. Вот я всегда отправляю подарки сама своим победителям. Или на YouTube канале, или в Инстаграме, где я провожу свой конкурс. Я сама оплачиваю. Вот и никогда не прошу людей, чтобы люди заплатили за подарок. Вам здесь нужно заплатить. Но, что еще странно, видите, я говорю, на посылке написано 46 гривен. Я открыла додаток новой почты, там пишет 46 гривен. Но через пару часов в додатку, вот это додаток новой почты есть, сумма меняется, достав, и пишет стоимость 53 гривны. Я думала, может что-то у меня обновляла, смотрю, нет, так и осталось 53 гривны. И почему здесь на коробке одна сумма, а в том додатке другая сумма, непонятно. У меня там еще был бонус 2 гривны, я его списала, и получилось, что я за посылку заплатила 51 гривну. Не знаю, странно, что за доставку заплатила, что здесь, ну не знаю. Новая почта, я вас отмечу, вот. Скажите, что это какой-то глюк, или это у вас какое-то что-то новшество? Пишет одно, сначала пишет одна сумма, а потом другая. Что-то странное, непонятно. Ну да ладно, с этими моментами разобрались. Давайте откроем посылку и посмотрим, что это за батончики. И сколько. Ну, то есть, по-моему, они писали, что должно быть, видите, 5 штук. Посмотрите за... такие маленькие батончики, ну вы Power Beat или как они правильно пишут. Но если вы отправляли на резину, нельзя было взять еще поставить свой пакет, чтобы не ставить в коробку. Это получилось, оплачивала за коробку, оплачивала за оглашенную ценность, не знаю почему, никогда не было здесь, что там было, что-то непонятно совсем. Не с этой фирмой, не с новой почтой. Что-то я всегда хвалила новой почту, что я всегда пользуюсь новой почтой. В тех времени, когда она открылась, я очень часто отправляла посылки, отправляю посылки. У меня все было нормально. А тут что-то непонятно, что у них с этой почтой. Да, и знаете, вот странно, вот действительно, честно, мне просто, знаете, уже было как-то неудобно, что я их, ну, не забрала, эти батончики. Вот посмотрите. Да, действительно, 5 батончиков. Стоимость 53 гривны за батончик. Плюс получилось, что я ехала в город, оплачивала за проезд. Вот, поделите стоимость, поделите на эти батончики.
Знаете, за ту сумму, ну, за эту сумму, что я потратила, и то я не знаю, какие они на вкус. Может, они еще, не знаю, хорошие, нехорошие, еще потом. Ну, попробую, я потом напишу вам. Знаете, ну, за эту сумму, знаете, я бы купила какие-то другие батончики. Могла купить и Сникерс, и Марс, и какую-то хорошую большую шоколадку. Даже Милку ту большую за эту сумму я могла купить себе. Знаете, вот эта доставка, ну, просто меня так убила. Ну, просто, знаете, я как, ну да, я им написала, я просто горяча взяла им написала, ну как, вы хоть пишите, знаете, делайте какую-то там приветку, что вот, доставку оплачивает победитель, а то нет. Конечно, я бы, если было написано, я бы не участвовала в конкурсе. Ну, не знаю, друзья, может, я не права, не знаю, я считаю, если подарок, то подарок должен быть бесплатный. Поучаствовали, выиграли, и бесплатно получили. А оплачивать за доставку, то это уже не подарок. Тем более, за эти 5 батончиков, такая сумма. Да, мне ехать туда, я еду маршруткой, я оплатила. Получается, что я туда, действительно, за эту сумму я купила большую Милку, а мы купила там, у нас сейчас по акции были очень вкусные ярошеновские шоколадки. Я бы на эту сумму купила... Да, я бы купила 5 шоколадок рошеновских. Капец. И было бы намного больше там других конфет или шоколадок. Не знаю, сейчас, в принципе, конфеты, шоколадки не очень. Есть много магазинов у нас хороших, в которых есть скидка. Блин, я бы купила там 5 шоколадок или эти 5 батончиков. Ну, не знаю, друзья, напишите. Я права, не права, как бы вы поступили? Забрали посылку, не забрали посылку? Вы оплачиваете доставку, не оплачиваете доставку? Ну, не знаю. Ну, на следующий раз я не знаю. Спрашивать их. Значит, сначала такой восторг, да, поучаствовала в конкурсе, выиграла. Тебе все завидуют, вот, ты выиграла. А потом, оказывается, заплатил за доставку, и тебе там ничего. Ты еще оплачиваешь, и ты... Не знаю, друзья. Ладно, не буду вам больше забивать голову. Спасибо еще там Ине, что мне написала, сообщила за это, потому что, я не знаю, мне в последнее время что-то на Фейсбуке какие-то глюки. Меня что-то никто отмечает, но я что-то ничего не вижу. Бывает, что я выиграла в конкурсе, я даже, может, какая-то фирма отметила, но я не вижу. Я сама в конкурсе, я участвую, но никогда сама не проверяю. Может, где-то еще выиграла, но я не проверяю, никогда не проверяю сама. Очень и очень редко, когда мне уже напишут, и я... Вот мне тоже написали, что я выиграла. Я аж тогда уже... Ну, если, конечно, фирма сама напишет. Ну, эти... Ну, это такая фирма, я знаю. Ну, посмотрим. Надеемся, что хоть батончики будут вкусные. Но я вам напишу, я в своем инстаграме, я попробую, и потом вам напишу. Все, друзья, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если меня поддерживаете, то поставьте лайк. А если не поддерживаете, то поставьте дизлайк. Все, друзья, до новых встреч, пока.